Марк Аревич Тарловский. Сборник «Иронический сад». Цикл «Погода». Стихотворение первое. «Шторм». 16 августа 1927 года. Читает Лев Литвинов. Это комната со шторой, взмытой в утренний прибой, точно шхуна, над которой поднят парус голубой. Если вымпел — знак отплытий, то и штора над окном — символ ветренных событий в прытком плавании дневном. Как моряк холстиной гордой тянет жребий кораблю, я рукой со дна нетвердой шнур запутанный креплю, и под шорох доброй шторы в буднях крыш и голубей открываются просторы, полных штормами зыбей.